вороны сидят на домике Петра Первого. Это не домик Петра Первого? Ну, они думали, что домик Петра Первого, а сейчас ты сказала, видишь, они улетели. Да, это не домик Петра Первого. Ну, мы туда улетим, мы такие вороны. Вот. А почему это не домик? А домик вот этот домик? А где домик-то вообще? Да вроде это домик. Это дворец? Конечно. Я говорю, у меня одно ухо не работает. Как я могу слышать? Смотрите, это вот техника такая. А вот вороны, они узнали, что дворец, это и обрадовались. Но они на самом деле по-русски-то не понимают, это эстонские вороны. Они в НАТО, во-первых, вступили. Они на НАТО работают. Вот. А во-вторых, они еще... Ну, в общем, они не понимают, где они находятся на самом деле. Дворец это или дом, они просто вороны. И им по кайфу все. Вот такие дела. До новых встреч, дамы и господа.